Одесса, поликлиника, кабинет психиатра. Доктор, благодарю вас. Вы вылечили меня от мании величия. Не стесняйтесь, говорите, сколько миллионов долларов я вам должен. В одесской поликлинике врач-терапевт имел привычку, принимая больного, все время говорить «мы». И так у нас болит живот, и нам очень и очень плохо. Кроме того, мы чихаем, и у нас сыпь. Что же мы должны будем сейчас сделать? Я думаю, замечает больной Рабинович, что нам с вами, пока не поздно, следует пойти к другому врачу. Врач-стоматолог говорит пациенту: «Не нужно так широко открывать рот». «Как не нужно? Вы же сами сказали, что нужно внести туда зеркальце, щипцы и инструменты». «Да, но сам-то я остаюсь снаружи». Циля Марковна на приеме у невропатолога. «Боюсь, доктор, что у моего мужа серьезное психическое заболевание. Вы знаете, я часами рассказываю ему самые злободневные и насущные новости про соседей, про цены на привозе, про повышение квартплаты, а затем с ужасом обнаруживаю, что он не слышал ни слова». «Это не заболевание, мадам», — успокоил Цилю Марковну врач. «Это дар Божий».